Смотрите в пятницу, 18 октября, программу «О животных хочу домой» на телеканале «Самара Кис» в 18.15. Вы увидите видеовизитки «Пристраиваем трех собак из приюта». Этих людей соединила одна беда – они нашли себя в новой жизни. Эти люди решили учиться музыке и завести себе собаку. Как помогает собака слепой паре. И гости в студии – Андрей Храмов и его напарник по новому проекту приюта и общественной школы специальной подготовки Егор Животков. Смотрите обо всем этом в программе «Хочу домой» в пятницу 18.15 18 октября на телеканале «Самара ГИС».